Подписчики мои, с вами Электрик и Жил. И сегодня, ребята, мы будем проверять лайфхаки для электриков. И как в предыдущем видео, которое вы только что могли видеть, у нас будет очень странная скрутка, ребята. Там написано то, что это очень надежный и крутой способ соединения двух проводов. Давайте попробуем повторить. Вот, ребята, я взял две жилы, они у нас медные. И как понял, нам нужно зачистить для начала, вот где примерно посередине, оголить жилы, ребята, а потом уже начинать скручивать каким-то странным непонятным способом. Вов, ребята, давайте пробовать чистить. Я тут наметил уже чуть-чуть и вот так вот, как на видео, будем срезать нашу изоляцию и оголять жилу медную. Так. Примерно вот так это должно получиться. Одна жилка готова. Сейчас буду вторую разделывать. Вот и вторая готова. Потом он как-то брал вот так вот на пальчик. Делал петельки. Вот так вот одна. Блин, я, по-моему, слишком много сделал. Убрал изоляции. Так. Как-то вот так вот. Вторая. Вот, ребята, готовы. Потом он друг друга проделывал. И потом как-то он загонял дальше эти провода. В общем, ребята, это какая-то полная задница. Можно было бы сделать 10 раз обычную скрутку. И было бы, ой, бляха-муха, уже бы все готово. Так вот, все мне никак не получается. Ребята, короче, если у вас есть, используйте полторашку по сечению, и даже если у вас есть 1,5 литра пива, то это просто абсолютный бесполезный лайфхак, ребята. Ну а если вам понравилось такое видео про тупые лайфхаки, то обязательно подписывайся, ребята, ставьте лайки. Дальше будем развенчивать эти дурацкие, тупорылые лайфхаки. Всем пока-пока.